Куда податься в поисках счастья? В Финляндию, отвечают социологи. Именно эта страна возглавила рейтинг самых счастливых в мире, гласит доклад ООН World Happiness Report. Был проанализирован целый ряд показателей благосостояния, продолжительность жизни, соцподдержка, уровень коррупции, наконец, степень личной свободы в 156 странах. Кроме того, отдельно в 117 из них был оценен уровень благополучия и счастья иммигрантов, и по этому показателю Финляндия оказалась лидером. Я просто вижу, насколько хорошо все здесь работает. Медобслуживание бесплатное абсолютно для всех. Транспорт функционирует эффективно, образование доступное с наименьшими расходами для студентов и их семей. Говорит эта учительница, приехавшая в Финляндию из США, которые, кстати, опустились с 14 на 18 место по сравнению с прошлым годом. Следом за Финляндией расположились Норвегия, Дания и Исландия. Примечательно, что последние несколько лет эти государства Северной Европы удерживают лидерство в рейтинге. Из неевропейских стран в топ-10 самых счастливых попали Канада, Новая Зеландия и Австралия. Россия заняла 59-ю строчку.